Один на троих. Кубок мира по хоккею среди молодежных команд пройдет сразу в трех уральских городах. Екатеринбурге, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. Потому торжественных открытий у престижного ледового турнира также будет три. А вот награда за победу все-таки традиционно одна. Кубок мира по хоккею Свердловская область принимает у себя впервые. На правах хозяина турнира клуб «Авто» сегодня обкатал главную арену. Он сыграл товарищеский матч с нижнетагильским «Спутником». Игра стала для екатеринбургской молодежной сборной генеральной репетиции перед Кубком. В этой битве ребята одержали уверенную победу со счетом 5-1. На следующей неделе за лидерство им придется бороться с командами из Нижнего Новгорода, Казахстана, Белоруссии, США, Латвии, Швеции и Финляндии. Свой первый матч уже в рамках турнира наша команда проведет в день открытия соревнований. Соперником «Авто» будет хоккейный клуб «Рига» из Латвии.